возвращение у тебя вышло, сынок. Старые друзья, всюду хаос и разрушение. Ты сказал, что следишь за Даймой. Где она? Катается на катере и собирает сведения, которые считает ценными для дела повстанцев. Угу. Да, что-то насчет горящей техники над Кордо Дракон. Ты о чем? И расположенные там военные катера. Отличный полет, сынок, идеальный трехочковый. Спасибо, мистер. Собери, Шелдон. Да, верно, так вот, там есть военные катера, и они на полной скорости несутся ей наперерез. О, военные катера. Что ж ты сразу не сказал? Не переживай, Рико, все под контролем. С ней твой приятель, Марио. Марио, бесполезно. Бон вояж! Рико, вот ты где. Произведена небольшая модификация транспорта. Установлен метро. Осторожней с минами, Рико. Они от малейшего касания срабатывают. Я буду осторожен. А что происходит в моем здании? Повстанцы говорят, что во время разведки Кордо Дракон машины при приближении загорались. Очень любопытно. Получаю данные от информаторов.
Залезай на берег и найди информатора. Расскажет про УИП возле Корда Дракон. Кто-то нас опередил, Дайма. Информатор мертв. Неудобно. Дайма! Да. Прискорбно. Нужно спешить. Следующий информатор тоже может быть в беде. Здесь мы тоже опоздали, Дайма. Черт! Если они нашли этого, боюсь, нас не обрадует и следующий. Следующий информатор не будет мертв. Я хочу остаться на катере. Ты отправляешься с нами. Ты привела больше друзей, чем мы договаривались, Дайма. Это так, ситуация изменилась, Аника. Она опаснее, чем я думала. Да, это я вижу. Дайма, ты познакомишь нас со своей... Я разговариваю с Даймой. Тео. Рико. А я Марио, брат. Я тебе не брат. Думаю, ты не понимаешь, насколько ценны твои сведения, Дайма. Почему ты так хочешь разозлить Деравелло? Хочу двойную оплату. Нет. Полуторную. Нет. А ты все такая же непробиваемая. Проклятие. Тео! Дайма, не высовывайся. Ладно. Ты, у тебя много пушек. Умеешь ими пользоваться? Ха. Будет интересно. Thank you.
прыгай, другие снова на высоте, а, Марио? Марио! Дайма, нужна помощь! Уходим, заносите его внутрь. Аника, в пещере я приведу его в порядок. Рико, я покажу дорогу. Ну, конечно.